Всем привет, меня зовут Николай Соболев, и вот это наконец-таки закончилось. В прошлой серии про Диану Шурыгину и «Пусть говорят» я говорил, что это передача «Грёбаный зоопарк». Просто зоопарк, ёпта. Вот меня официально пригласили, я там посидел, полностью охренел, и теперь я могу сказать, что был абсолютно прав. В смысле сразу? Если я... Вы знаете, моментами мне казалось, что я нахожусь на передаче «Званый ужин». Хочешь мое мнение? Да вот! Все мои фразы, которые мне удалось сказать на «Пусть говорят», вы можете посмотреть в предыдущем ролике на канале, а сейчас давайте подведем итоги и проанализируем всю эту ситуацию. Ой, когда все это кончится? Никогда! Сегодня я скажу то, что мне не дали сказать во время эфира, а меня постоянно пытались заткнуть. Николай, секунду! Но, конечно, наша главная цель остается прежней, это помочь вот этому парню, Сергею Семенову, который выглядит как священник, но сидит за изнасилование вот этого демона в юбке. Это пиздец. Погнали! Вы помните, что Диана на прошлой передаче постоянно смеялась и улыбалась, и когда ее спрашивали: что вы пили в тот день, скажите, пожалуйста? Она с улыбкой на лице отвечала: водку. На донышке, я же сказала. Конечно, на донышке, ну как может быть по-другому? А что было в этот раз? Совершенно другой образ. Диана оделась во все черное, смыла косметику и вообще выглядела так, как будто с предыдущего раза ее изнасиловало еще человек 10. Но это не точно. Ну, это на самом деле не важно, давайте разберем поведение. Я вот видел Диану еще за час до записи, и она стояла в холле и выглядела абсолютно непринужденно, улыбалась и вела себя абсолютно спокойно, без всяких эмоций. Но стоило только включить запись. У меня просто нет слов. Браво! Ну, здесь я игру вижу, но не очень хорошую. Знаете, на глазах родилась новая актриса русских сериалов. При желании можно сделать все. Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Браво! Диана сразу же начала рыдать и жаловаться на свою тяжелую жизнь, мол, травят ее в интернете и не только. Как вообще можно, могут просто это делать люди? Значит, такая ситуация. После изнасилования девочка Диана катается, веселится, бухущая в хлам. А вот после негатива в интернете она чуть ли вены не режет. И вот уже это меня настолько возмутило, что, конечно же, я не выдержал. Мне кажется, что тогда, после изнасилования, она переживала гораздо меньше, чем совершенно после какой-то критики из интернета. Коля, красавчик. И знаете, меня реально дико бесило, что на самой передаче «Пусть говорят» из Дианы начали делать не только суперзвезду интернета, но еще и такую, знаете, прямо великомученицу. Вот ей задавали какие-то идиотские вопросы, по-моему. Ты простила его? И если нет, то что нужно, чтобы ты простила его? Ха, ну да, конечно же, Сергей Семенов сидит такой в тюрьме и ждет. Господи, когда же меня Диана наконец-то простит? Нужно просто... уметь прощать, конечно же. И он такой, знаете, сразу: ой, да, вот слава богу, меня изнасиловали 4 раза за неделю, но Диана больше на меня не обижается. Заебись. Я все сидел и думал, ну откуда в этой девочке столько зла, агрессии, вот этой желчи? Но все встало на свои места, когда появилась она. Мама Дианы Шурыгиной. Это просто походка пантеры, это оскал львицы. Мама Дианы посмотрела на меня несколько раз прямо в глаза, и мне уже показалось, что я кого-то изнасиловал и уже отсидел. Скажем так. Знаете такую поговорку: яблоко от яблони недалеко падает. Ну вот в этом случае яблоко упало вот прямо в то же самое место. Диана же точная копия. И может быть я уже совсем с ума схожу, но посмотрите, она же реально похожа на Ирину Сычеву, которая посадила 2 парней на 10 лет. Большая разница. Да нет, Наталья, реально одно лицо. Ладно. Совпадение, не думаю. Как я уже сказал, Диана плакала. Она была хорошей девочкой. Наша красавица держалась до последнего. Но как только появилась мама, началось. Что за дурь вообще? Что вы несете все? Бомбит! Они с мамой как Сейлор Мун. Знаете, тройная сила. Все женщины ведьмы. Вот эта бедная девочка сразу же начала бросаться на всех. Она побежала к Павлу Пятницкому. Тома! Я сидел и ждал. Ну, когда она уже начнет его насиловать? Это пока было правильно! Да, это тебя, было правильно! Ну, ребят, ну это просто какой-то цирк. Ну, у меня нет слов, это абсурд. Ну, там еще до появления мамы был какой-то конструктив. Я еще пытался какие-то телеги задвигать про воспитание детей. Ну, вот о каком воспитании может идти речь? Вот как невоспитанная женщина может кого-то вообще воспитать и чему-то научить? Наверное, давай всех. Спрашивай. Слышь,
Ты что такая дерзкая? Давайте согласимся, что по поведению людей можно многое сказать. И давайте проанализируем две семьи. Семья Семеновых. Они добрая, порядочная семья. Мать – спокойная, добрая женщина. Она пришла на передачу и ни разу даже ни на кого не прикрикнула. Эти гарпии засадили ее единственного сына в тюрьму. Она даже не попыталась их убить. Спасибо всем огромное, спасибо всей стране. Ну и, конечно, сам насильник. Но вы просто посмотрите на этого дьявола, который надругался над этой девчонкой. Я считаю, что он просто в аду должен гореть. Больной ублюдок! Я знаю, что очень глупо судить по внешности, и, ну, разное в жизни случается. Но вот серьезно, вот этот парень изнасиловал вот эту девочку. Навижу вас, чтобы вы сдохли все! Ребят, ну я скорее поверю, что они с мамой вместе изнасиловали всех парней в коттедже. Я мечтала об этом, вы не представляете, давай, сколько. Семья Шурыгиных. Батя, ну что сказать, реальный крутой бизнесмен. За 1 миллион рублей готов закрыть глаза на изнасилование дочери. Я сказал, идеальный миллион, и мне, мы и... все решим. Почему нет? Мама Дианы, которая успела вообще нахамить абсолютно всем в этой студии. Рот закрой. Подождите, может быть так? Hello, darkness, my old friend. Ее дочь в 15 лет встречалась с парнем, которому было 18, и у него было две условки. Влад вообще классный парень. Ему дали год условно. Ну да, просто замечательный мальчик. Ну, жалко педофил. А жаль. И вот по этому образу семьи можно судить об очень многом. В семье Шурыгиных просто не знают, что такое воспитание детей. Они постоянно противоречат сами себе и постоянно кричат. Вот в начале передачи Диана говорит, что ее семья никого не оскорбляет. Я и моя семья, мы никогда не оскорбляли. Ну, вот почему бы после прихода мамы не назвать всех экспертов уродами? Че тебе понятно? Ты че несешь? Ну какая прекрасная реплика. Ну вот умеет человек располагать к себе людей. Браво, Диана. Что? Но больше всего после этого меня удивило, как она попыталась все свалить на семью Семеновых. Мол, из-за этой семьи ее травят в интернете. Они просто испортили мне и моей семье жизнь. Да что ты, черт побери, такое несешь? Это просто бред. Эти люди сошли с ума. Вот серьезно, они же сами приехали на студию, пусть говорят. Они сами начали на всех орать. Ты сидишь и такой умный пришел? Вам 16 лет! Тупые слова, тупые девушка. Слова. Да, ребят, мне было реально страшно. Мне показалось, что я сейчас сяду на 8 лет. Я ебать обосрался. И вот надо ли в очередной раз говорить, что жертвы изнасилований так себя просто не ведут? Все. Некоторые жертвы даже боятся отнести заявление, им стыдно. А вот Диана и вся ее семья не стесняются никаких подробностей. У меня в тот день просто-напросто пришли месячные. Я уже никак не могу это комментировать. И знаете, наверное, вот давным-давно уже все как-то проанализировали и поняли, что никакого изнасилования, скорее всего, не было. Я ему верю, я не верю тебе. Но знаете, что в этой истории самое обидное? Что от того, что все это понимают, ну просто ничего измениться не может. Диана не может просто пойти и забрать свое заявление обратно. Тебе не кажется, что ты запуталась просто? Не может она сейчас сказать, просто ничего не было, все было по обоюдному. Шурыгины будут воевать до последнего, потому что иначе Диана сама сядет в тюрьму за ложные показания. Если бы ты сейчас забрала заявление, то получился бы ложный донос. Мы, естественно, в студии всеми экспертами пытались как-то вывести их на чистую воду, но это было просто невозможно. На все был один и тот же ответ. Что вы несете вообще? Их просто невозможно загнать в угол, даже если показания не стыкуются, а такое происходит тут постоянно. Все. Вопросов нет, у нас нет вопросов. Сейчас. Вот вам небольшое разоблачение. Мама Дианы на третьей передаче сказала, что Диана сказала насильнику «нет», и он сразу же ушел. Она сказала ему «нет», и он ушел. И люди, конечно, не понимают, ведь на первой передаче говорили совсем другое. На первой программе Диана говорит «да, у меня было два изнасилования за ночь». Я уже почувствовала то, что он... Мы поняли. Мы поняли. И тут такая мама сидит и не знает, ну, что сказать. Ну, вот ее загнали прямо уже в тупик. Она понимает, что она облажалась и тупо сливается. Вы посмотрите на это. Она его оттолкнула, он ушел. Это не... Сказали, она уснула. О, крутил. Дай сказать. Подожди. Все, штрих полный! И таких вот мелких несостыковок вот на весь эфир можно найти штук 10. Вот смотрите, Диана сначала говорит четким русским языком. Сначала они поехали в больницу, а потом в полицию. Мы просто взяли сразу и поехали, как бы, сначала в больницу, а потом в полицию, как бы. А проходит полчаса, и ее мама говорит уже абсолютно обратную информацию. Едем сразу в полицию. Полиции вызывать.
вызывать сразу скорую? Не состыковочка, по-моему. Ну бред же, ну по-другому и не скажешь. Ну вот все очевидцы этого происшествия в один голос говорят, ну не было никакого изнасилования. Сам Сергей рассказывает, что ну Диана сама на него набрасывалась. Она так и помогала раздеваться, сама раздевалась. Во время полового акта Диана, то есть, вела себя раскрепощенной. Ну, блядь, ну бред какой-то, ёк. И все, что Диана может предъявить, это лишь слова. Он меня изнасиловал. И что делает суд? Он просто берет и на слово верит Диане. Это так тупо. И такое происходит сплошь и рядом. Это полнейшая глупость, это несовершенство существующего законодательства. В нашей стране, ну реально, любая девушка может переспать с парнем, потом пойти и удариться об дверной косяк и сказать: «О, так ты меня изнасиловал, я сейчас пойду и донесу на тебя в полицию». Гони бабки! Мы все решим. Четко. Я таких историй наслушался за 2 недели, пока разбирался, ну штук 10, наверное. И мне реально безумно жалко этого парня, который угодил в эту чертову двушку-ловушку. Человек стал просто звездой интернета. Вот твои подписчики делают какие-то, не знаю, видео, фотографии. Да, представьте себе, на «Пусть говорят» из Дианы уже начали делать видеоблогера. Ну нахер. И вы сейчас совсем будете в шоке, но Диана Шурыгина анонсировала первый выпуск «Ответы на вопросы» на своем YouTube-канале. Это просто... пожизненным дизлайком! Отличная ведь идея жаловаться на травлю в интернете, а потом создавать YouTube-канал. При желании можно сделать все. Ой, главное, чтобы Диана, когда станет видеоблогером, не посещала блогерские фестивали, иначе... ну вы поняли. Насилуем ее всех! Вот что страшно. Мы в дерьме. Вот так вот, друзья. Буквально за 3 передачи на Первом канале из Дианы сделали всероссийскую звезду. И вы можете себе представить, вот сколько найдется девочек, которые будут готовы пойти по стопам Дианы в погоне за славой. При желании можно сделать все. И сколько в нашей стране появится потенциальных насильников, которые будут сидеть в тюрьме. Что вот... просто все перечеркнуто. Вот есть какой-то смысл разоблачать, обсуждать эту ситуацию? Вот, по-моему, и так все понятно. И по поведению, и по показаниям свидетелей. Вот просто по всему, что есть в этой истории. И напоследок я хочу сказать только одну вещь. Ребята, мне кажется, что наша главная цель — это все-таки не затравить Диану Шурыгину. Поверьте, эти люди так навсегда и останутся злыми, агрессивными. Горбатых, как говорится, исправит только могила. Хватит травить Диану. Вы делаете ей только дополнительный пиар. С ней, блять, уже начали делать кепки. Ну просто пиздец. Но при этом я призываю всех всеми возможными силами поддержать Сергея Семенова. Ему скостили, как вы знаете, срок на 5 лет, но мама Диана на передаче сказала, что будет обжаловать этот приговор. Мы подаем на кассацию. Хо, хорошо. Для тех, кто этого не понял, этот парень может вполне себе сесть снова на 8 лет строгого режима. У меня были планы на жизнь, у меня все было достаточно хорошо, и просто в какой-то момент все настолько изменилось, что вот... просто все перечеркнуто. Мне кажется, что это дело должно быть пересмотрено. И вот благодаря широкому общественному резонансу мы можем попытаться этого добиться. По поводу Дианы, после всего, что она сделала, и больше чем уверен, еще не раз сделает, могу сказать одно. Ей воздалось по делам ее. Петиция будет по ссылке в описании, а я буду очень благодарен вам за лайк к этому видеоролику. Я надеюсь, что вам понравились мои реплики на Первом канале, и я достойно представил видеоблогерскую общественность. Если так, то подписывайтесь на канал. Нас уже 1 миллион, а впереди ждет еще очень-очень многое. Что, больше нечего сказать, что ли? Ну а больше сказать мне нечего. С вами был Николай Соболев. Всем спасибо. Пока.